Я хотела бы пожелать вам, чтобы вы сохранили взаимосвязь и дружбу между собой, чтобы вы поддерживали друг друга, чтобы вы обменивались интересной информацией, какими-то случаями, интересными клиентами, не боялись задавать вопросы и консультироваться со специалистами, если вдруг у вас появятся какие-то сложности. Вы всегда можете обратиться к нам, и наши преподаватели для этого оставили все свои контакты. Поэтому советуйтесь, повышайте свою квалификацию, запланируйте это повышение как минимум раз в 3 месяца. Это может быть как наш колледж, так и другие учебные заведения. И к вашим услугам различные семинары, конвенции, форумы, выставки. Пожалуйста, не забывайте, что у вас очень широкие возможности. Я бы хотела пожелать вам также для продуктивной работы позаботиться о том, чтобы красиво оформить свои визитки, свои рекомендации и сделать достойные дизайны. И самое главное, показывать высокий уровень подачи информации, которая будет предназначена для ваших клиентов. Не откладывайте в долгий ящик свое трудоустройство. У вас для этого есть абсолютно все. Колледж фитнеса и бодибилдинга дал вам не просто фундаментальные, базовые знания. Мы познакомили вас со всеми новинками, которые присутствуют на сегодняшний день как в литературе, так и в интернет-обзорах, так и на выставках. То, что касается выбора вашей профессии. Поэтому смело начинайте работать. И те вопросы, которые у вас будут появляться во время работы, присылайте нам, и мы будем готовы поддержать вас и ответить на них.